Всем привет, ребята! Вы на канале Лайкосики и Видосики. И сегодня я покажу, как выучить таблицу на 9. Если вам задали этот урок, то для вас это будет и уроком. Смотрите, 9 на 1, как мы знаем, 9, а 9 на 10 – 90. Дальше 9 на 2 – подписываем от 1 вниз, от 1 до 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше от 8 записываем от 1 до 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, у нас получается таблица умножения на 9 выучена. Вот. Вот такая вот табличка умножения у нас получается. То есть вся эта табличка выучена. И учить тут ничего не надо. И учить вообще ничего не надо. Это просто супер. Просто записал вот так от 1 до 10, от 1 до 8 и снизу вверх и сверху вниз. Вот так вот у нас получается вот такая вот таблица умножения. Сейчас я вам ее поближе покажу. 9 на 1 – 9. 9 на 2 – 18. 9 на 3 – 27. 9 на 4 – 36. 9 на 5 – 45. 9 на 6 – 54. 9 на 7 – 63. 9 на 8 – 72. 9 на 9 – 80. 9 на 10 – 90.